На избирательном участке в 15-й школе глава округа с инспекцией. Внимание прежде всего к антиковидным мерам. Тут они действуют и в отношении самого Алексея Спасского. Измерение температуры тела, масочный режим и персональные ручки каждому избирателю – это минимум. В учебном заведении ждут около 4-5 тысяч голосующих. Впрочем, больших очередей не было, говорят члены избиркомов. Сегодня, с учетом вчерашнего дня, проголосовало 238 человек. Люди идут, голосуют. Ну, в основном, как всегда, пожилые люди более активны. Молодые тоже приходят, мы их встречаем, радуемся, что к нам приходят голосовать. Также пошли по домам голосовать, выезды делаем. Если по уважительной причине избиратель не может прийти к урне, члены УИК с бюллетенями придут к нему прямо домой. Таких заявок только на участке номер 3804 было уже почти 40. В комиссиях отмечают основной предлог для вызова – состояние здоровья. За голосованием следят наблюдатели. До 2 от каждой партии или кандидата могут присутствовать на участках, где вправе снимать происходящее. Удалять их с участка можно только по решению суда. Есть жалобы, причем жалобы как от председателей комиссии на наблюдателей, в несколько случаев совершенно вопиющих, там, когда пришлось выводить. Вот. Крупных жалоб на то, чтобы на какие-то нарушения не зарегистрировано. Никаких замечаний в том, что у правоохранительных органов вот, тоже проговорили, нет. Вот в целом обстановка по городскому округу как бы целиком можно тоже характеризовать как спокойную, не самая высокая явка, может быть, можно было ожидать больше, но мы понимаем, что впереди еще полтора дня. К 15 часам во второй день выборов в Государственную Московскую областную думу в волеизъявлении уже поучаствовали больше 20% красногорцев с правом голоса. Такова явка по официальным данным территориальной избирательной комиссии.